Итоги недели подведем сегодня вместе в студии. Татьяна Голубева, здравствуйте. В крае подвели окончательные итоги выборов. По результатам 8-го по счету голосования за президента России наш регион показал рекордную поддержку Владимира Путина. Действующий президент оставил далеко позади представителей трех политических партий. После обработки всех протоколов рейтинг кандидатов сложился таким же, как и в целом по стране. На последнем 4-м месте лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. На 3-м выдвиженец от новых людей Владислав Дованков. На 2-й строчке выдвиженец КПРФ Николай Харитонов. И абсолютное большинство голосов жители края отдали действующему главе государства Владимиру Путину. Почти 85%. Напомним, в Алтайском крае была одна из самых низких явок по стране. Проголосовало в среднем 60% от общего числа избирателей, включая все категории – и тех, кто очно голосовал, и тех, кто дистанционно. В целом, выборы прошли спокойно, потенциальные нарушения максимально пресекались. Например, на одном из участков до открытия заметили, что камера смотрит в кабинку, что нарушает тайну процедуры. Зарегистрировано чуть больше 20 фактов незаконной агитации. Пожалуй, самый громкий случай – попытка одной из голосующих порвать книгу с данными избирателей. По данному факту будут разбираться. Отметим, что очно жители края активно голосовали в первый день, но и в выходные избирательные участки не пустовали. Хотя в целом эти выборы прошли очень спокойно. Возможность дистанционного голосования сыграла свою роль. Наша съемочная группа побывала на нескольких участках. Давайте вспомним, как это было. Ощущение бодрости и выполненного долга. Никаких очередей и задержек, даже чтобы подумать. Заходят, сразу отмечают, уже все определились с выбором, сразу проходят в КАИБу. Мы всей семьей обсуждали, кто за кого, и сейчас вот шли опять, ну как так или так, у нас было, правда, какое-то сомнение, но все-таки мы определились. Татьяна пришла на участок с сыном, выбор у ее семьи один, призналась женщина. У нас единственный кандидат, и я открыто это могу сказать. Он очень много сделал для своей страны, для России, для нас, да и не только для страны, для мира. Вы посмотрите, сколько он в мире это всего доброго сделал. Ну, конечно, есть не очень довольны, потому что не все вроде как в нашей стране делается. Но всему свое время, и в нашей стране все будет хорошо. Надо только в это верить. В этом году сложный выбор на голосовании? Для вас? Для меня, да, посложнее. Без лукавства скажу, что я, в общем-то, доверяю нашим средствам информации. Фильтровать я и сам умею. Выбор непростой, но да, но проголосовал, я считаю, как надо. Чаще всего на участке шли избиратели среднего и старшего возраста. Последние ждали особого подхода, говорят, на участках. Они идут сюда как на праздник и ждут музыки, танцев, поздравлений. Вновь голосующий вчера был один. Сегодня. Поэтому для нас была эта радость. Я приходила в школу и голосовала. Просто так, удобно. После работы пришла и проголосовала. А вы уже голосовали? А, неинтересно. В этом году сложный выбор был бы лично для вас? Нет. Он уже который год не сложный. Кандидатов нет как таковых. Нормальных, поэтому. Из-за дистанционных форматов голосующих очно на участках было значительно меньше. У членов избирательных комиссий было много свободного времени, поэтому каждого пришедшего одаривали вниманием. Анастасия Дороган, Андрей Печоркин, «День с толком». Впрочем, избирательная явка в Алтайском крае, которую многие эксперты считают низкой, не была первой в своем роде. Прежде невысокие показатели посещаемости жители демонстрировали на выборах депутатов Госдумы и губернатора. Какие последствия для региона могут иметь такие цифры, рассказал политолог Сергей Асеев. 270 тысяч у нас было записано по ДЭГу. По ДЭГу явка замечательная, она по всей стране более 95%. Соответственно, мы получаем, что у нас из этой суммы явки, которую мы даем по краю, 15% как раз ДЭК. Соответственно, явка в рамках избирательных участков, надомные и прочее, ну, мы видим, что тут из 60% остается та сумма, которая, та цифра, тот процент, который не устраивает многих. Последствия такой явки, ну, это вопрос прежде всего контура легитимности, который требовал федеральный центр. У нас есть регионы, у нас очень сильно провалился северо-запад, хуже всех у нас республика Коми. Томская область хуже Алтайского края по одному из параметров выдала. Он как раз вторичен, производен от явки, по сути дела. Да?
Это контур легитимности, который привязан к общей численности избирателей. Алтайский край еле-еле, скажем так, даже без 1% перешел 50-процентный рубеж. Это главная проблема, и здесь непонятно, конечно, по каким критериям выводы будут делать федеральные, скажем так, структуры, прежде всего Кремль и кураторы, которые за регионами закреплены. Это главная проблема, поскольку Алтайский край здесь попал в пятерку лидеров не с того, скажем так, начала списка. Но у нас есть большой плюс, скажем так, потому что та же республика, о которой я вам говорил, там Карелия и прочие регионы. Ну, есть регионы, где явка от общей численности избирателей, ну, скажем так, на контуре 48% осталась. Поэтому у нас, если мы в первом случае говорим о явке, то есть регионы, где была низкая явка совокупная, но при этом высокий итоговый процент той самой легитимности, которая нужна федеральному центру и прежде всего, опять же, исходя из контура современных вызовов внешних, конфронтации и так далее, для легитимизации, скажем так, происходящих процессов, патриотические силы вообще рассматривали эти выборы как приведение к присяге, по сути дела. Это озвучивалось, это однозначно доводилось до региональных элит. И когда мы говорим о том, что в регионе эта проблема может иметь последствия, ну, опять же, повторяюсь, это в рамках того видения ситуации, который будет, скажем так, для себя определять федеральный центр. У нас впервые явка от среднефедерального провалилась больше 15%. Так или иначе, 5 последних регионов в конце списка, исходя из контура эффективности, ну, чаще всего идет смена как раз глав регионов. Можете посмотреть предшествующие кампании, как говорится, ничего личного, но ситуация обязывает. Федералы пока эти правила игры соблюдали очень жестко. Другой вопрос, из чего будут исходить. Если формальные критерии процентов, которые выданы на гора, то здесь Алтайский край в рамках 85, извините, претендует на уверенного, причем середнячка с очень хорошей эффективностью, да, электоральной поддержки. Если же мы говорим о реальной легитимности, которая, ну, скажем так, может стоять в повестке приоритетной, то здесь будут вопросы. С установлением дневных плюсовых температур в краевую столицу пришла долгожданная весна. Особенно это начинают замечать пешеходы и водители авто. Одни жалуются на забрызганную одежду, другие на лужи на дорогах, из-за которых невозможно увидеть неровности. А вот некоторые перевозчики Бийска на неделе и вовсе не вышли на маршруты или вынуждены были сменить часть маршрута из-за огромных луж, затопивших дороги. Главным образом улицу Социалистическую, судя по фото, уровень воды там скрывает шины автомобилей. В администрации города пояснили, что лужи с этой улицы усиленно откачивают. Такую работу ведут и на других подтопленных участках дорог Наукограда в круглосуточном режиме. За день спецмашины совершают до 15 рейсов, заполняя цистерны на 10-15 кубов. И, похоже, с таким режимом работы и неудобствами на какое-то время придется смириться. Этой зимой грунт промерз на 1,5 метра, поэтому почва не может впитать весь объем воды. Тему дорожную продолжим. В Новоалтайске одна из важных транспортных артерий города, улица Анатолия, превращается в одну большую яму. Автомобилисты переезжают ее на минимальной скорости, обруливая множество неровностей. Люди настолько возмущены, что даже сами останавливались у нашей камеры. Ровного участка здесь не найти. Одна яма сменяет другую. Их здесь на любой вкус. И поменьше, и поглубже, и с водой, и с камнями. Пытаемся объехать через центр. Как машина страдает? Очень сильно, очень сильно. Ремонты часто? Ну, что, не дешево. Что меняете? Ну, в основном вся ходовая часть. Уже несколько лет улица Анатолия, особенно в районе моста, просит внимания. Когда сходит снег, дорога превращается в полосу препятствий. Водители снижают скорость и внимательно обруливают ямы. Обойти все не получается. То и дело колеса проваливаются. Кирпичами заложат, ну, буквально... На неделю этого хватает. Кирпичная кладка в дороге – это не происки местных активистов, которые борются с ямами, а решение городского комитета. Такой временный вариант выравнивания дороги нашли чиновники. Тендер выиграл кирпичный завод. У нас кирпичный завод сделает дороги. Нигде такого нету. Автомобилисты уже с юмором относятся к извечной проблеме. Шутить начинает каждый, кто проезжает по этому участку дважды в день. Александр Кожанов следит за состоянием тротуаров на мосту, но не может не смотреть на проблемную соседнюю зону и нередко вылавливает трофеи.
Вот здесь вот Мерседес прям колесо развернул полностью, подвеску. Это буквально, ну это тот год было. Вот здесь две машины объезжали встречные и ударились. Ну что, одна с одной стороны объезжала, другая с другой, не посмотрели. Все, вот она авария. Это самый опасный участок. Скоро участок станет безопасным, заверяют власти. В этом сезоне улицу Анатолия должны отремонтировать. Сделана смета, она прошла экспертизу. Буквально сегодня, сейчас мы выставили на электронную площадку работы по ремонту дорог нашего славного города Новоалтайска. В этот перечень вошла улица Анатолия, причем она вошла капитально, то есть там будет отремонтировано не только полотно, но и пешеходные зоны. Эти работы, а еще установка освещения, обойдутся примерно в 20 миллионов рублей, рассказал глава города. Всего же в этом году в Новоалтайске должны отремонтировать 6 километров дорог на 5 нецентральных улицах – Анатолия, Павла Корчагина, Пушкинской, Лесной и Белоярской. Общий объем работ оценивают в 170 миллионов рублей. Анастасия Дороган, Алексей Фризин. День с толком. Следующая тема о конфликтах школьных, которые, к сожалению, случаются в стране все чаще. Нешуточные страсти развернулись между родителями учеников второго класса в одной из школ Барнаула. Между детьми, а после и между их родителями, возник такого накала конфликт, что для его разрешения стороны обратились в комитет по образованию, полицию, прокуратуру и другие профильные ведомства. Однако проблема осталась. Конфликт обостряется. Стороны настаивают на публичном обнародовании их проблемы. Иначе, считают они, ответственные лица помогать им не будут. А значит, дети не смогут спокойно учиться. Подробности в нашем сюжете. Один из барнаульских лицеев – второй класс. Он же ежедневное поле битвы. Зачинщик, он же главный боец, по мнению большинства, особенный ученик. Его шалости, которые начались давно, переросли в драки с серьезными последствиями. Он толкнул моего ребенка, и дочь у меня получила травму, закрытую тупую. Произошло это после уроков, когда все дети дружно выстраиваются колонной, и учитель их сопровождает до раздевалки. У нас класс находится на втором этаже. Так получилось, что мой ребенок отстал, и сзади нее шел Михаил. Вот. Она говорит: мам, я повернулась, посмотрела, он идет за мной. Я, ну, как бы знаю его уже, вот эти все выходки. Я повернулась к нему лицом и шла, как бы, ну, так вот, спиной-то назад. Он ее догоняет, толкает, она падает. Рентген, больничный МРТ, стресс-психолог. У ребенка подозрение на компрессионный перелом, рассказывает мама девочки. Беседа с мамой обидчика конструктива не добавила. Пострадавшая сторона написала заявление в отдел по делам несовершеннолетних. То есть здесь у нас прописано, согласно судебной медицинской экспертизе, что у нас травма получена, вот постановление, что отказано возбуждение уголовного дела, так как он не достиг возраста 14 лет, это что 115-е вообще. Но мама мальчика, которому поставлен диагноз синдром дефицита внимания, подала встречное заявление за царапины. В тот же день в школе произошел еще один инцидент. Ребенка на перемене догнал. Схватил за волосы, у нас волосы длинные, и поцарапал возле глаза. Она у меня ревела там вообще, ну потому что синяк. По словам родительниц, дети боятся мальчика, поэтому стараются держаться от него подальше. Но у ребенка особенности в развитии, и это важно учитывать всем участникам образовательного процесса. Позиция второй стороны. Имеет нарушение активности и внимания. При этом ребенок не относится к категории с ограниченными возможностями здоровья ОВЗ. И в школе нам показана обычная программа, обычная школа, то есть все как обычно. Но при этом ребенок требует индивидуального подхода. По словам Татьяны Зель, дома этот подход организован. Четкий распорядок дня, регулярные беседы о правилах поведения, спланированный досуг. Мальчик ходит в секции активного спорта – футбол, плавание, коньки. Ребенок обязательно находится под наблюдением медицинских специалистов. Это проходим постоянные плановые лечения. При необходимости внеплановые бывают. Вот, то есть ребенком обязательно занимается психолог. Татьяна говорит, родители одноклассников ее сына во многом сами обостряют ситуацию. Настраивают своих детей против ее ребенка. Кто-то учит не общаться, кто-то давать сдачи. Дети не понимают, что происходит. Они не находят ответа от родителей. И в результате мой ребенок подвергается давлению психологическому, то есть дети начинают на нем шутить. Женщина поведение сына объясняет защитной реакцией, но родители одноклассников убеждены в другом. Мы выходим в школу, он опять ее.
Я тебя врежу, я тебя покалечу, я тебе сделаю еще больнее. То есть мы, получается, 9-го мы в школу ходим, 10-го мы не ходим. Я успокаиваю ребенка, у нее истерика. Мама, я не пойду, я его боюсь. Мой ребенок заступился за друга. То есть Миша вставал два раза за урок и пытался... подходил, в общем, к мальчику, к другу к его и требовал от него машинку. Мой ребенок, он просто встал и попросил Михаила сесть. А Михаил вцепился ему в лицо когтями, можно сказать, потому что у моего ребенка прям просто была пятерня на лице. Запись с камеры наблюдения, которая установлена в классе, по какой-то причине отсутствует, подчеркивает Екатерина Шефер. Мама мальчика описывает ситуацию по-другому. Дети не поделили машинку, в результате третий ребенок, который вообще как бы к этой машинке не имел отношения, но поскольку был конфликт на уроке между детьми, он подошел и попытался силой усадить моего сына за парту. То есть силой физическое воздействие, соответственно, ребенок начинает защищаться. То есть его схватили, он оттолкнул в ответ. На данный момент у нас 5 случаев ПДН. В школе 4 случая, которые дошли до полиции, до ПДН. И в садике, вот мы были вот с этим мальчиком, тоже случай был, где девочке нанесен был телесный вред. Особые отношения учителей к особенному мальчику родителям тоже не по нраву. По их словам, мальчик может встать и ходить по классу, отвлекать других детей. Это мешает учебному процессу и усвоению материала. Они его хотят защитить, они хотят его социализировать, они хотят из него сделать лидера в классе. Но как сделать из него лидера в классе, если он у нас полкласса поперебуцкал? По словам Татьяны Зель, перевести своего ребенка на надомное обучение или отправить его в частную школу в малокомплектный класс возможности нет. Мы даже писали заявление со всеми родителями, 26 человек у нас, практически все. Мы писали заявление, что мы хотим уйти из этого класса. Нам пришел ответ от администрации школы, что нет таких технических возможностей. Конфликтная ситуация обострилась настолько, что обе стороны обратились во все возможные инстанции. Мы, в свою очередь, направили официальные запросы. Из ответа уполномоченного по правам ребенка в крае ясно, проверка совместно с городским комитетом по образованию проведена, меры приняты. Внесены дополнения в план воспитательной работы в части сплочения классного коллектива. Разработаны мероприятия по организации перемен в начальной школе. Разработана программа психологического сопровождения обучающихся. Приняты меры с целью разрешения конфликтной ситуации среди родителей обучающихся. Нарушений прав несовершеннолетних обучающихся при реализации данных мероприятий в настоящее время не выявлено. Мальчика поставили на учет ПДН, полиция продолжает проверку. Но от этого не стало легче, проблема не решена, утверждают стороны. Одна из них подчеркивает, дети в школе по-прежнему не в безопасности. Другая утверждает, все профильные структуры проводят недостаточную работу для нивелирования конфликта и выстраивания необходимого диалога. Мне поступило по средствам WhatsApp предупреждение, скажем так, о том, что будет направлено коллективное обращение родителей в органы опеки на изъятие ребенка из семьи. Ребенок у меня на следующий день приходит со школы и спрашивает: «Мам, а когда меня органы опеки заберут, меня в хорошую семью передадут или нет?» Независимые эксперты говорят, проблема кроется в том, что система образования не приспособлена для детей с особенностями в развитии. Чтобы комфортно учиться всем, ее нужно модернизировать. А между тем, серьезно отнестись к происходящему в барнаульской школе просят обе стороны. Иначе, говорят родители, не избежать еще более серьезных последствий. Юлия Щепина, Андрей Печоркин. День с толком. Школьные конфликты, отмечают специалисты, становятся все более жесткими. А современные дети склонны проявлять неконтролируемую агрессию. Почему так происходит? Кто, каким образом и на каком этапе должен нивелировать подобного рода инциденты? Об этом в интервью моей коллеге Елене Макаренко рассказала барнаульский психолог, старший преподаватель кафедры социальной психологии Алтайского госуниверситета ГУАР Краян. Почему конфликты между учащимися, родителями и педагогами, в общем, всеми участниками образовательного процесса становятся все более острыми и происходят вот уже даже в начальной школе? Ну, к сожалению, есть такая тенденция. Конечно, всех, да, в одну серую массу брать не будем, каждая ситуация индивидуально бывает. Но такая тенденция есть в нескольких направлениях, что с одной стороны, ну, у нас получается так, что, ну, какая-то там... Родители, да, какая-то у них тревога сейчас поднимается у современных родителей, волнуются. Если раньше сильно много каких-то рамок, правил было, в связи с чем многие говорят о
детских травмах, да, современные родители уже боятся причинять травму у детей, и уже от этого, ну, тревожного состояния начинает уже какая-то гиперопека начинается, да, не делать что-то, чтобы ребенок случайно не травмировался, все делать так, как он хочет, не говорить слово против что-то, не отказать его каких-то желаниях, да, и эта сторона тоже может повлиять, потому что когда кто-то по-другому разговаривает с ребенком, даже тот же сверстник, все, у родителей начинается какое-то волнение сильное. О, моего ребенка обидели, наверное, что-то плохо будет. Ну, как-то вот не столь про ребенка, скорее всего, какие-то там свои какие-то, да, переживания они еще совместно с ребенком, ну, в этот момент чувствуют. С другой стороны, есть такой момент у педагогов, да, ну, если раньше мы берем, ну, должность педагога, да, деятельность педагога, что-то святое, что-то важное, сейчас, к сожалению, превращается такое, что как будто это обслуживающий персонал выглядит, да, поэтому значимость роль педагога тоже уменьшается, да, ну, и когда между взрослыми и в присутствии детей мы говорим что-то плохое о педагогах, например, да он дурак, он у вас такой, ну, какие-то неприятные слова, да, а при этом мы говорим ребенку, ну, вроде бы нужно уважать педагога. Как уважать человека, о котором тут же взрослые говорили что-то плохое, да? Поэтому вот эти, ну, какие-то двойные стандарты, двойные послания для ребенка, ну, непонятны. И, соответственно, он что делает? Он видит, что ему, ну, как-то ничего делать не нужно. Он живет, как живет, берет свою свободу, да? А все, что происходит, они взрослые между собой решают, без него. Ну, как будто здесь ребенок отсутствует как фигура. И таким образом становится такое, что родитель и педагог, они о чем-то спорят, а фигура самого ребенка здесь отсутствует. О чем они спорят? Вроде бы здесь должно быть забота о ребенке, да, как, ну, чтобы и родитель, и педагог взаимодействовали, помочь ребенку, а выглядит, как будто мы играем в соревнования. Поэтому такая культура чаще всего сейчас в современном мире, ну, приводит к тому, что очень много конфликтов и в начальной, особенно в начальных классах. Почему особенно в начальной школе? Чем меньше получается возраст ребенка, тем больше ответственности на взрослых. Поэтому, когда ребенок маленький, мы всячески стараемся делать так, чтобы у ребенка все было хорошо. Когда он становится все-таки чуть старше, мы уже какую-то ответственность ему отдаем. Разберись сам или решай сам, учеба – это твоя ответственность. Ну, что-то здесь уже, ну, более адекватное, да, происходит. А когда маленький ребенок, хочется прям оберегать, защищать, да, иногда это, ну, как-то вот с этим мы, взрослые, с роли, ну, из роли родителя можем, конечно, немножко перебарщивать. Да? Чего не хватает системе образования, чтобы такие конфликты нивелировать? Может быть, педагогов-психологов или сейчас их и вовсе дефицит в школе? Очень много, конечно, школ остаются без педагога-психолога. Есть школы, которые есть, но здесь есть, ну, также свои сложности имеются, потому что педагог-психолог работает внутри школы, образовательного учреждения, и сохранять, ну, правила этического кодекса, нейтральность там, по отношению к педагогу и к родителю, и к ребенку, да, очень сложно становится, потому что тут все равно какие-то там эмоциональные связи тоже включаются в работе, в отношениях с коллегами, да, как сделать так, чтобы их не ранить, не обидеть или не выставлять, да, как здесь защищать или там ребенка, но опять же, да, но тоже каким-то образом нейтрально здесь. А вот если говорить о конфликтах, в которых участвуют, ну, так скажем, особенные дети, почему происходят такие? И, быть может, у нас просто, ну, мало наработанной практики в школе с такими детьми. Если мы говорим в контексте особенных детей, конечно, работа с ними требует особого, да, особой подготовки и педагогов, и психологов, и родителей. Да. Когда мы имеем с этим дело, нужно понимать, что, ну, нужно обращаться за помощью, за рекомендацией, как быть с моим ребенком, который особенный. Да. Также и в образовании, когда обучают, как быть с такими детьми. Сейчас, конечно, последние 2 года, мне это очень радует, все-таки педагогов, педагогов-психологов, да, все разные вебинары, повышение квалификации делают для того, чтобы они понимали, знали, ну, как-то обучались тому, как взаимодействовать. Ну и также, опять же, культура толерантности. Насколько мы развиваем культуру толерантности к этим деткам. Если раньше у нас очень много семинаров было, или даже какие-то там классные часы были, когда мы обучали деткам, там, наоборот,
быть внимательным к однокласснику, да, чтобы там с ним ничего не случилось. Сейчас, как таково, по большому счету, мы больше слышим: я такой, какой я есть, я такая, какая я есть, принимайте меня таким, каким я есть. И снова отсутствие, ну, культуры толерантности происходит. Поэтому еще такая нагрузка, в любом случае бюрократическая нагрузка, очень много стала. И, соответственно, и педагог, и там, да, другие детки, здесь не могу как-то вот однозначно сказать, что есть виноватые люди, да, потому что нагрузка большая, и все равно это заставляет, ну, как-то там тратить много ресурсов, происходит некое выгорание, и особенно выделить какую-то энергию для этих детей становится очень сложно. Родители не должны пугаться коррекционных классов, наоборот, это хорошо, и деткам это хорошо, потому что у них не такая большая нагрузка будет, не только интеллектуально-психическая, да, в целом, но и педагог, который туда заходит, класс, который состоит не из 30-40 человек, а из 6 человек, и выделить время каждому ребенку уже становится более, ну, как-то легче, и он знает, что это особенные дети. На ваш взгляд, как оптимально выстроить процесс взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса, и кто вообще способен и может это сделать? Я, конечно, сейчас глобально отвечу, маловероятно, что в ближайшее время мы это увидим. Это, конечно, ну, соглашение или правило. Если в системе образования совместно с родителями, да, обработаны, ну, там, написаны были или там оговорены были четкие правила. И желательно, чтобы между школ эти правила не сильно отличались. Ну, то есть, если мы уж работаем, работаем в единой системе, чтобы не было в одном хорошо, в другом плохо. Ну, то есть, опять же, не было таких контекстов, эти хорошие, эти плохие. Мы привыкли так жить. Нужно, чтобы примерно, ну, какое-то среднее значение было между ними. Скорее всего, эти правила не только снизят уровень, да, конфликтности, но и это не произойдет сдвиг ответственности. Каждый возьмет там ответственность за свою работу, за свою деятельность, соблюдать эти правила. Но их, если их нету, то непонятно, что соблюдать. Накануне в Барнауле назвали имя учителя года Алтая. Всю неделю педагоги региона вели борьбу за победу в конкурсе. По итогу победительницей стала Грануш Степанян, преподаватель английского языка школы в Смоленском районе. Конкурс «Учитель года Алтая» проводит уже в 34-й раз. Победитель получит 400 тысяч рублей. В этом году сумма увеличена, и педагог будет представлять регион на российском конкурсе. В Алтайском крае вырос размер краевой поддержки на оплату путевки в детские лагеря. В этом году ее сумма составит 13 450 рублей, что на 1000 больше, чем в прошлом. И это ровно половина от стоимости путевки. В этом сезоне средний ценник на детский отдых 26 900 рублей. Для многодетных семей, отправляющих в лагеря не меньше троих детей до 15 лет, сумма компенсации выросла до 26 900 рублей. В целом на софинансирование путевок в Алтайском крае направлено почти 380 миллионов рублей, сообщил губернатор Виктор Томенко во время заседания профильной комиссии. Прием заявок на приобретение путевок начнется с 1 апреля на портале региональной информационной системы «Детский отдых». Там можно выбрать подходящий лагерь, смену, оформить путевку и краевую субсидию в режиме одного окна. В этом году в загородных лагерях региона планируют принять примерно 100 тысяч детей. Для этого будут работать больше 60 оздоровительных организаций. Продолжим. В среднем до 35 тысяч выросла зарплата сотрудников сферы культуры региона. Об этом в ходе отчета за прошлый год рассказала министр Елена Безрукова. Но кадровый голод в сфере сохраняется. О проблемах и успехах творческой интеллигенции в нашем сюжете. Сфера культуры – самая сложная и уязвимая, что касается развития. Говоря о высоких материях, приходится заботиться о материальных вещах, таких как финансирование. Несмотря на объективный прогресс, кадровый голод существует. Учреждениям культуры не хватает больше 100 специалистов, поэтому пополнению всегда рады. Рекордное количество молодых специалистов пришло работать в 2023 году в отрасль культуры. Аж 134 человека. Мне кажется, надо поблагодарить вас. Статистика показывает, людей моложе 35 лет в культуре всего 21%. Трудно задержать человека на рабочем месте надолго. Причина – невысокие зарплаты. Хотя, как отметили сегодня, они растут. Хотя и не так значительно.
за последние 5 лет она выросла в 3,5 раза. В 3,5 раза с 2019 года. Это довольно приличный объем. Но если мы смотрим год к году, как это мы привыкли делать, когда мы работаем в рамках отчета, то 2023 год к 2022 рост составляет где-то 5,5%. Причем библиотека или клуб не получат федеральные средства на суперсовременную технику, если зарплата сотрудников низкая. Несмотря на все сложности, специалисты в так называемой глубинке умудряются и себя прокачать, и привлечь к культуре населения. Сегодня таких благодарили и награждали. Село у нас небольшое, примерно 600, наверное, жителей. 318 читателей у нас. Создан женский клуб общения «Добрые встречи». Две авторские программы по фольклору. Мы вошли в число призеров Всероссийского фестиваля по авторских работ по приобщению детей к чтению. По словам министра культуры, сфера не стоит на месте и развивается. Из различных источников на ее развитие в 2023 году направлено более 2,5 миллиардов рублей. 151 учреждение культуры за 2023 год получили поддержку из федерального и краевого бюджета, на которую было возможно выполнить работы или по ремонту, или по модернизации и оснащению этих учреждений. Ну, то есть это больше 10% от всех объектов края. И, конечно, это темп, который мы стараемся поддерживать практически на протяжении последних лет. Строить и реконструировать учреждения культуры продолжат и в этом году. Крупнейшие объекты в Барнауле, Дом афганцев и концертный зал Алтайского музыкального колледжа. Дарья Ерошина, Владислав Ковалев. День с толком. Народный парк «Изумрудный» подошел к заключительному 5-му этапу реконструкции. Власти определились с подрядчиком, который в ближайшее время приступит к работе. На это выделено 30 миллионов рублей. Уже известно, что расширится спортивный потенциал парка. Появится уголок для шахматистов. Что еще изменится в «Изумрудном»? Смотрите далее. Это деревья, которые могут расти по 500 лет. Вот, например, вот дубы, липы, они могут расти 500 лет. То есть мы заложили то, что будет использоваться горожанами долгие-долгие годы. Эта работа может быть и незаметна, и оценить ее можно будет спустя десятилетия, но цифры уже впечатляют. Несколько лет назад, когда общественники только зашли в парк «Изумрудный», здесь росло 2500 деревьев. Зеленый фонд обновили почти на треть. Сегодня крупных насаждений уже около 4000. Озеленение парка – глобальная задача, над которой будут работать и после всех этапов реконструкции. Кстати, в этом году «Изумрудный» выходит на заключительный 5-й этап. Работы коснутся центральной аллеи парка. Второй объект расположится в тихой части парка. Там появится павильон для интеллектуальных игр. Третий важный объект – это большой спортивный, я называю, кластер, который у нас предполагается к сооружению в восточной части парка, прям примыкая к стадиону Клевчени. Там планируется площадка для стритбола, многофункциональная площадка с резиновым покрытием, где можно будет там разминаться, заниматься йогой, там делать там какие-то упражнения. Четвертая позиция – это парковка с южной стороны парка, это со стороны вот недостроенного ледового комплекса «Мотор». Там тоже предполагается парковка, тротуар, тоже освещение, чтобы можно было людям комфортно подъехать, зайти в парк тоже. И мы таким образом расширим еще сеть парковок, потому что, что греха таить, не хватает парковочных мест. И, наконец, 5-й этап подразумевает работу по периметру парка. «Изумрудные» огородят со стороны ВРЗ. Накануне власти нашли подрядчика, который приступит к работе, когда установится теплая погода. Это наш общий результат и результат того, когда все объединились, власть, общественность, эксперты, бизнес, и все вместе, вот это получается. Результат есть, его оценили люди, и в первую очередь они оценивают это, голосуя за него ногами, да, приходя сюда, мы видим, как растет посещаемость парка. Пример «Изумрудного» показал, каким должен быть современный парк, и, соответственно, мы видим, как начинают меняться и парки в других частях и города, и Алтайского края, потому что это такой вдохновляющий пример.
К слову, летом в Изумрудный каждый день приходят около 10 тысяч горожан. Осенью этого года они смогут увидеть плоды заключительного этапа реконструкции. А потом самое сложное – продолжить озеленять парк и сохранять все то, что уже сделано. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком. А у меня на этом все новости. Напоминаю, что для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Если у вас есть интересные и актуальные темы, звоните. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза компании «Валар», «Мира и Добра». Всем до встречи.